Человек большой души, инвалид из Тараза Анарбек Султанова удостоилась почетной грамоты от самого министра национальной экономики страны Руслана Даленова. В торжественной обстановке эту награду вручил ей заместитель акима области Нуржан Календеров. Инвалид первой группы Анарбек Султанова – истинный пример несгибаемости человеческого духа и воли. Открыв собственное дело, она добилась на этом поприще немалого. Ко всему, одна воспитывает двоих дочерей. Ждать милости ни от природы, ни от кого-либо она не стала, а уповала и надеялась только на себя. Сегодня в ее маленьком цеху работают 4 человека. Шьют женщины незамысловатую на первый взгляд продукцию – подушки, корпешки с национальным орнаментом и колоритом. Это труд ее, хоть и маленький, но вклад – в общую экономику страны, подметил Нуржан Календеров. Конечно, это дело я открыла не от хорошей жизни. Хотела проверить себя, на что способна. Я рада, что все усилия мои не прошли даром, и у нас получилось. Вокруг меня немало хороших и добрых людей. Я им всем благодарна. Выиграв государственный грант в 3 миллиона тенге, предприимчивая, Нара открыла швейный цех. И не просто шьет она, а пропагандирует азы казахского народного рукоделия, которые воспитала в ней с молодых лет ее мать. Установила во дворе, благо территория позволяет, юрту, и на практике делится с желающими премудростями казахских народных традиций и обычаев. Все мое детство прошло в юрте. Мы просыпались, глядя в открытый шанырах. Самовар с чаем кипел у мамы с утра. И я хочу, чтобы мои дети чувствовали все это. Это самое что ни на есть живое наследие, считаю. И мы не должны его забывать. Всякое воспитание начинается с отчизны, с родного дома. Инвалид первой группы Анарбек Султанова, неутомимая духом, помимо швейного дела, выращивает во дворе цветы, рисует картины, которые, кстати, демонстрируются на различных выставках. Куля Шумурзакова, Санат Аралбек, 77 News.